Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет вдвое. О, то есть нас должно быть к 73-му году этого столетия не менее 290 миллионов человек. Поэтому, если мы ставим подобные амбициозные задачи, надо добиться, чтобы даже при сокращении социальных статей госбюджета не были уменьшены программы и расходы, связанные с решением вопросов в демографической сфере.